коллеги, посмотрите, какая красота. Какая красота. И это под Киевом. Вот такое тренировочное поле. И, конечно, наш великолепный премиум кар мини на тесте в гольф-клубе. Обратите внимание, как тут супер. Воздух кристально чистый. Багажник у этого автомобиля просто не по размерам велик. Все девайсы для гольфа помещаются. И еще можно сложить пару американских трупов. Огромен. Главное, удобно, так как ручки двери открываются снаружи в две распашные двери. Там еще много-много журналов премиум кар и все, что нужно для игры в гольф. Так как мы в гольф-клубе, увидимся.